по-деловому и конкретно. У Беларуси в эти дни находится с визитом делегация из Республики Куба. Латиноамериканская страна затекавлена у поставках белорусской промысловой продукции. С этой метой гости и знакомятся с предприемствами. У первую чергу их цікавить сельскохозяйственная сфера. У Гомеля делегация наведала Гомсельмаш и Гомель Агрокомплект. С продукции машинобудовничего гиганта гостей цікавить косилки, а так само комбайны для уборки рису. До речи, потреба сельской господарки Кубы у таких машинах 501 у год. У планах керавництва Кубы модернизация сферы вытворчасти молока. И тут до места прыдется продукция Гомель Агрокомплекта. Гости с видовочной затекавленностью знакомятся с доильными комплексами белорусского вытворцы и готовые до супрацовництва. Головное, каб техника смогла працевать во умовах кубинского климата. Беларуская продукция вельми якасная. Мы выпробуем ваше обсталяванне на Кубе, после чего будем вести размову об закупках. Мы лишим, что будущее кубинской сельской господарки у беларускім обсталяванні.